Главой службы внешней разведки стал Егор Башко. Сегодня президент представил нового руководителя. По словам главы государства, Башко решительный, профессиональный человек с большим опытом работы. До этого он 2 года исполнял обязанности главы миссии Украины в НАТО. Порошенко отметил, что работа Башко дала возможность скоординировать усилия международных партнеров и усилить обороноспособность нашей страны.